Приветствую вас. Я думаю, что ваша история, рассказанная вот так очень сжато, кратко, я бы даже сказал, что вообще не рассказана, вот, она позволяет сделать вывод только один, что у вас имеются определенные внутренние проблемы, вот, которые... Ну, которые, условно говоря, мешают вам адекватно выстраивать отношения с мужчинами, в том числе, вот, и, значит, мешают адекватно вам чувствовать себя, вот. И отсюда я смогу сразу сказать, что расстройство пищевого поведению. Это, значит, отсутствие безопасности. То есть, ну, вы себя не чувствуете в безопасности. Вот. И едой вы, соответственно, старайтесь себя как-то защитить, вот, значит, с одной стороны, а с другой стороны, вам, может быть, чего-то не хватает, вот, ну, адекватно, объективно вам, может быть, чего-то не хватает, и вы, соответственно, пытаетесь это восполнить за счет вот еды. То есть, в первую очередь нужно здесь вам для себя разобраться со своими провалами в памяти, которые у вас есть, то есть смотреть, почему они, откуда они появились, вот, является ли это следствием нарушения вашей мозговой деятельности, или, может быть, ну, может быть, это психологическая, ну, психологическая составляющая, может быть, вот. То есть мне кажется, что он здесь нужно подходить к вопросу, ну, именно так. Вот. Потому что в противном случае мы не сможем ничего добиться, в противном случае у нас не будет никакого результата. Вот, и мы не сможем вам помочь. Абсолютно. Вот. Значит, что касается вашего молодого человека и того, что он говорит, то, что он говорит, это, ну, видимо, вот, в какой-то степени действительности соответствует все же. Вот. Но другой вопрос, что с этим делать? То есть, как бы мужчина знал, в принципе, на что шел, по идее, когда вступал с вами в отношения. Вот. И мне здесь не совсем понятно, он вам это говорит в качестве упрека или как? Знаете? Потому что если в качестве упрека, то это, ну, определенный ему минус. Правда. Вот. Если он
а просто фиксирует или пытается заботиться, к примеру, о вас, то это хорошо. Вот. Но вы как бы в одну кучу, здесь смешиваете и свои отношения с мужчиной. И, собственно, ваши проблемы, например, с памятью, с дереализацией, например, и так далее. Вот. Из этого получается, ну, не совсем распределены приоритеты, не совсем распределены акценты. Вот. Что по факту приводит лишь только к, ну, какому-то негативу, да? Вот. Я надеюсь, вы понимаете это. Вы понимаете этот момент. Вот. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы сами для себя хотя бы формировали бы какой-то ориентир некий, чтобы можно было бы уже двигаться непосредственно к нему. То есть, к примеру, да, вот, допустим, что вы хотите для себя? Что вы хотите? Вы хотите, там, к примеру, себе помочь? Или чтобы мужчина вас, ну, допустим, понял? А может быть, вы хотите, там, к примеру, что-то еще, о чем мы не знаем. То есть вот это все нужно исследовать. Но для начала я рекомендую вам обратиться все же, наверное, к врачу сперва. Вот. И значит, на предмет отсутствия нарушений, ну, физиологических. Вот. Если их нет, этих нарушений, то в таком случае я думаю, что вам нужно будет обратиться к психологу и уже вместе с психологом работать по своей проблеме, по работе, например, там, той же памятью, вот, и так далее. Это все очень важные моменты, они просто могут весьма-весьма плохо сказываться на вас в дальнейшем, особенно если у этого будет какая-то еще прогрессирующее движение, да, то есть если это будет прогрессировать, вот. Ничего хорошего в этом не будет для вас. Вот. Поэтому я надеюсь, что выводы для себя сделаете и, значит, ну, будете двигаться дальше. Именно в сторону заботы о себе. Именно в ту сторону заботы о себе. Вот. Не в сторону заботы о, там, допустим,
молодом человеке, да? Вот, а именно о себе. Вот это мне кажется лучше, что вы можете сделать сейчас. Будет хорошо и, собственно, вам, да, то есть вы поможете себе свое здоровье поправить. Вот, и будет хорошо молодому человеку, который не будет страдать от вашего такого, ну, скажем, ну, скажем, не совсем стабильного отношения к нему. Что же касается ваших чувств, ну, того, что вас как будто бы метает из стороны в сторону, да, то это низкий эмоциональный интеллект, вот, и, соответственно, вы, по-видимому, вы не прислушиваетесь к своим чувствам, вот, вы не прислушиваетесь к своим, ну, своим переживаниям, и в результате этого, есть у вас такие вот проблемы. То есть вы к себе не прислушиваетесь, к себе вы не склонны прислушиваться. Вот. Что, собственно, очень плохо. Вот, там, ну, по той простой причине, да, что вы, ну, к себе относитесь хуже, чем можете. Вот. Отдельно, я бы хотел, чтобы вы, значит, ну, чтобы вы для себя определились с тем, как вы чувствуете мужчину своего. Вот. То есть, ну, как он вам видится? Как вы к нему относитесь, если угодно? Вот. Это очень важно, потому что, к примеру, если у вас к нему чувства, то, соответственно, ну, нужно с этими чувствами тоже разобраться. А я не знаю, какая у вас этим, ну, какое у вас течение вашего состояния, да, то есть, вот вы говорите, что оно у вас получается, что обостряется, что опять, ну, возвращается на место. Так что, мне кажется, нужно здесь повнимательнее быть. Вот. Ну и в целом такое ощущение, что вы просто рассказываете о себе, Ангелина. Так вот. Ну, просто говорить, вот я, к примеру, такая. Ну, хорошо. А что дальше делать с этим? Будем. То есть вы корректировать хотите?
что там или нет, корректировать, менять что-то, или пусть все остается так, ну, так как сейчас есть. То есть, на мой взгляд, это очень важный момент. И вам, вам, именно вам, нужно определиться, что делать с этим. Вот. Вот, в принципе, что можно вам сказать. Вопрос, обратите внимание, вы не задаете. Вот, и, значит, соответственно, раз нет вопроса, то отвечать особо не на что, потому что непонятно, на что вы сами ориентированы. Но помочь бы вам хотелось, очень сильно помочь бы вам хотелось. Вот, поэтому приходите на консультацию, может быть, своим парнем, приходите на консультацию, чтобы мы вместе поработали. Вот, обязательно обратитесь к врачу. Вот, не затягивайте с этим, потому что, ну, чем дальше будете затягивать, тем, скорее всего, будет вам хуже, потому что ситуация ваша улучшаться не будет, вот, а все-таки парню нужно, чтобы вы были здоровы, чтобы вы знали, к примеру, чего хотите, вот, это, для него это очень важно, я уверен. Поэтому вот так, я надеюсь, вам понравился мой ответ. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи.